Неделя началась с дождей и осенней прохлады. По заверениям синоптиков, просвета не предвидится. Изо дня в день температура прибавляет лишь пару-тройку градусов. Средние показатели остаются ниже климатической нормы. Май бьет рекорды. Сегодня ночью во всех уголках Беларуси обновились температурные минимумы. В Бобруйске столбик термометра упал до -2. Так холодно последний раз было 12 лет назад. Тем временем Милан затопило. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Улицы города теперь больше похожи на каналы, а первые этажи домов превратились в мини-бассейны. Спасатели до сих пор убирают деревья, перекрывшие проезжую часть. В России зафиксировали первые весенние паводки. В республике Коми эвакуируют людей. Стихия отрезала от внешнего мира почти 200 населенных пунктов. Непростой остается обстановка в Вологодской области. Там в зоне бедствия сотни жителей и десятки домов. Завтра в Бобруйске будет облачно, осадков не ожидается, атмосферное давление останется на отметке 760 миллиметров. А вот западный ветер напомнит о себе. Местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Ночью столбик термометра не поднимется выше 8, днем воздух прогреется до 13-15 градусов. Кристина Риенс, Максим Галионко, Бобруйск, 360.